Неизвестные выбросили останки сельхозживотных около котлованов в селе Засобка Читинского района Забайкальского края. Об этом сообщила один из местных телеграм-каналов. Информацию журналистам уже подтвердили в пресс-службе краевой госветслужбы, уточнив, что биоотходы утилизировали. Специалисты администрации сельского поселения Читинского района совместно с ветслужбой Читинского района утилизировали остатки сельхозживотных в скотомогильнике на территории Читинского района, заявили в ведомстве. По сообщению телеграм-канала, останки выбросили в ручей, протекающий около котлованов.